Так, доброе утречко. Подожди, мне кажется, или я здесь увидел лайк? Я не знаю, что такое лайк, но мне кажется, я его увидел. Ну да ладненько, так я опять проснулся посреди ночи, опять непонятно где, в этом странном городке, в тумане. Криповатенько все-таки. Ладно, пойду делами заниматься. Васильич! Ходит там, камеры свои вешает. Ты что-нибудь еще повешай, возьми. Так, ладно, надо на второй этаж подняться, здесь его смотреть. Может, здесь есть ключ? Что-то открывается, что-то закрывается. Всякое происходит. Зачем ставить здесь капкан? Как будто я полезу через окно, которое заколочено досками. Я к лету-то нифига не подкачался, я никак не смогу оторвать доски. Блин, нифига себе, у меня трясучка. Василий, ты не против, я у тебя здесь пошарюсь, чуть поищу, может найду что-нибудь. Что-то все куда-то стреляет, стреляет. Так, там я ходил, там я ходил. Что-то я там находил. Так, это наверх идет, ладно, понял. Так, здорово, Джонни. Не помню, нужен ты мне или нет. Наверное, не нужен. Если будешь нужен, то возьму тебя обязательно. Так, надо наверх слазить. Фига себе, здесь этажей сколько. О, смотри, что я нашел. Наверное, холодильник разморозил. Надо будет посмотреть, куда он ведет. Скорее всего, к холодильнику какому-то ведет. Так, Билли. Так, Джонни, значит, мне понадобится. Только что задавался вопросом, нужен ли мне Джонни. Джонни, ты мне нужен. Без тебя, Джонни, мы ничего не сможем сделать. Вас надо соединить всех, как в детстве мультик был. Они там в роботы садились вместе, объединялись. Короче, как-то так было. Я был очень маленький, я смутно его помню. Помню, что это было что-то типа аниме. Ну, японский, в общем. И становились одним мощным. Я думаю, вы так же. То есть я вас в четверых соберу, вы превратитесь в Петровича. И Василий с Петровичем будет сидеть и своими делами заниматься. Соленья какие-то. Так, вон тортик лежит. Я его, кстати, видел уже. Только не доходил до него. Ай-яй-яй! Я куда полетел-то? Прям в могилу сразу! Ну нормально, че? Вот это сервис, вот это я понимаю. То есть подлетаешь, сразу же летишь в могилу. Нормально, нормально. Так, это сюда идет. Так, тебя тоже надо забрать. Подожди, что сейчас за магия была? Я только что бежал по улице, как я через окно пролетел. Так, холодильник. Отлично, все. Карточку разморозили. Опа, опа, бежать, бежать, куда бежать? Не убежать. Вообще не убежать. От Васильевича вообще не убежишь. Васильевич, он... Мне кажется, он всю жизнь спортом занимался. Он до сих пор ходит, зарядочку делает. Себя в форме поддерживает. Он настолько огонь, что огонь просто его преследует. Он прям... Ты же присмотрись. Он даже ходит по-крутому. Блин. Ну почему-то он меня пугается каждый раз, когда видит. Он такой говорит, ааа. Так, ладно, все, успокойтесь. Так, ладно, у меня карточка есть от подвальчика. Это замечательно, что она есть. Так, давай, полезли на третий этаж. Ставим сюда. Так, Джонни, Билли. Билли. Билли, ну что ты, не надо так. Не надо. Просто стой на месте. Так, торт надо забрать, сходить. А зачем здесь это? Батут? Чтоб головой, что ли, пробивать что-то или что? Так, ладненько, прохладненько. Пойду тортик заберу. Да, ё-моё, ты чё я такой вообще-то, блин? Васильич, наверх, да, залез? Ладно, он там лазит, пусть лазит. Так, а я здесь-то не пролезу? А, нет, пройду. Опа! Не допрыгнул. Васильич, беги через забор, вокруг беги. Молодец! Поддерживай здоровый образ жизни. Так завидую я тебе, Васильич. Завидую. Жизнь уже такую прожил. Сколько денег заработал?
миллионами здесь ворочаешь, дома новые строишь. Ты бы лучше для бедных бы построил или еще для кого-нибудь. Так, отлично. Это я взял. Так, тортик давай отнесу. Без тататы не вообще никуда не деться. No money, no honey, как говорится. Нет денег, нет меда. Ну и точнее наслаждение тогда получается. У меня даже майка такая есть. Так, ладненько. Смотрим дальше. Ты сядь ты нормально как-нибудь. Я понимаю, ты меня, наверное, уважаешь. Я не собираюсь стрелять, у меня даже оружия нет. Ты мне нужен, чтобы было оружие. Так, смотри. Вот это куда идет? А! Это эти, которые подбивают. Ладно, я понял. Так, это просто свет. Свет далеких планет. Дальше я не помню. Память как у рыбки. Алексей Рыбкович. Василий Петрович. Она вот начинает еле-еле открываться и закрывается. Мне нужно, короче, граммофон. Граммофон, чтобы вырасти деревья. Замечательно. Офигенно, блин. О, смотри, вот граммофон есть как раз. Он-то мне и нужен. Так, короче, ладно, это я выше сломаю. Ну, в принципе, что, везде можно найти свои плюсы. У меня теперь руки, по крайней мере, свободны. Зла без добра не бывает, как говорится. Так. Давай. Делай бэп. Так, все, открывается. Все, молодцы. Яблочко, не докатись давай. Так, я надеюсь, там все открылось. Так, надо что-то взять. Надо, короче, на самый верх лезть и механизм этот сломать. Не знаю, как до него добираться, только я буду. Ну как-то я до него явно должен добраться. Блин, а у меня все украли. У меня вообще все украли. Подожди, а это что за балкончик? Я тут был? А, ну это где генератор. А вот тот. Угу. Тот самый. Тот урод. Вот у меня Мишка есть плюшевый дома. Тедди. Я вот этот урод называю. Еще есть мистер Сердечко. Они вдвоем сидят и контролируют все. Так, ладно. Так, это открывается. Заходим. Эту штуку как-то открыть надо, видимо. Понятия не имею, как я это буду делать, но, видимо, это как-то делается. Генератор еще этот сверху, блин. Так, пилюли. Пилюли можно Васильевичу в молоко, чтобы сралось ему легко. Так, а зачем мне вообще эта комната? Здесь красный ключ, который при помощи кнопки. А че, вот, зачем? А как? Как это работает? Здравствуйте, как это работает? То ли что-то где-то нажать надо, то ли что. Непонятно. Непоняточки. А я не люблю, когда все непонятно становится. Так, мне нужен граммофон. Граммофон. Как-то она открывается не до конца. Василий себе, наверное, уже весь лоб прошиб. Так, давай здесь посмотрим. Может быть, здесь что-то есть. А может быть, и нету. А может быть, корова. О, молоко есть. Есть. Пилюли есть. Есть. Надо устроить Васильичу веселый денечек. Так, где я там пилюлю сейчас находил? Вот здесь, по-моему. Василич! У меня для тебя подарок. Или не здесь? А, вот он. Ты не обращай внимания на цвет, это так и должно быть. Оно выглядит просто как радиоактивное какое-то или отравленное. Нормально все. Ты главное мне доверься. Мне нужно верить.
дерево растет, кстати. Дело прошлое. Так, 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 так. Надо Васильевичу на кухне поставить. Пусть пьет. Так, здесь музычка играет, это хорошо. Это хорошечно. А где взять граммофон-то? О, Васильевич, что ты пинаешься-то? Летучий голландец в деле. Надо Васильевичу поставить, пусть пьет. Ладно, поставил. Так, что мне надо вообще? Мне сюда какой ключ нужен? Сюда мне нужен, по-моему... А, сюда, скорее всего, отмычка подойдет. А тебя я вот заберу. Нифига у тебя ведер сколько? Ты что, в техничке подался, что ли, куда-то или что? Да ты надоел уже, понавешал здесь всего. Так, надо еще лопату где-то надыбать. А где лопату взять? С лопаты пропаду. Ха. Где красный граммофон-то взять мне? Либо ключ какой-нибудь. А мне какие ключи-то? Карточка у меня есть. У меня все там прилипло. Мне граммофон надо. Без граммофона здесь вообще ловить нечего. Дело прошлое. Так, ладно, ты играй. Да вы даже фонарик забрали. У меня даже фонарика нету, если подсветить ничего. Подожди. А может здесь что-то есть? Не, ну реально. Там ничего не лежит сверху. Нафига это вообще пирамида? Непонятно. Ладно, сверху посмотрю по этажам. Так, лестница, 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 кудесница. Так, вокруг заборы. Так, здесь я был. Не, там нет ничего. Блин, нужен красный граммофон. О, вот он где. Ага, понял, отстал. Так, подожди, а это что за балкончик? О, тортик лежит. Нифига тут сколько. Нифига у тебя система балконов, только на них выйти нельзя. Ты в курсе вообще, нет, Васильевич? Что, наверх лезешь? Сейчас, подожди, сейчас я шарманочку свою врублю. Поклоняйтесь своему королю. Я Лёха, ваш повелитель. Давайте, давайте, давайте. Поклоняйтесь мне. Все, наконец-то. Так, все, хватит играть. Мне надо пойти фонарик взять. Хватит играть, надо пойти фонарик взять. Нифига я рифмоплёт. Лёха рифма. Так. Смотри. У меня есть 3 торта. И у меня есть... что еще у меня есть? 3 чувака. Осталось чуть-чуть совсем. Так, нет. Выше. Так, отдайте мне магнит, пожалуйста. Вопрос. Нафига мне здесь вообще магнит, в принципе, нужен? Так, а здесь еще есть что-нибудь? Нет. Газета. Так, фонарик. Фонариком буду светить. Все вокруг смотреть. Кукла. Нафига мне кукла? Кукла, ты че лежишь? Ты че лежишь, кукла? Надо летать. Летай. Лети. Лети. Так, ладно, если что, это не я. Я вообще ничего не делал. Хотя она не живая, мне что, посадить за куклу, что ли? Что за бред? Так, отмычка. Ну, давай попробуем. Давай попробуем к тому замку. Посмотрим, так сказать, работает это все дело или не работает. Отлично. Это мы открыли. Ай, на капкан мы наступили. Так, карточку использовали.
Так, что мне надо? Мне нужен, короче, этот красный ключ, который находится там. И лом. Входи! Ай-яй-яй-яй-яй! Ты чё, ты зачем мне смотришь в лицо? Ты меня пугаешь, Васильич. Мне страшно становится. Так, короче, лом надо и красный ключ. Единственный остался. Смотри там чё. Надо туда как-то попасть. Вот там что-то мерцает. Подожди, а как туда попасть? Сейчас подумаю, как попасть. Что-то мерцает. Скорее всего, нужно что-то с этой фигней сделать. Так. Ну, вопрос как? Как туда пройти? Вот здесь же, да, по-моему? Да, здесь мерцает. Стой, ну сверху не запрыгнуть. Ну подожди, может повыше попрыгнуть. Ай-яй-яй-яй. О, банка. Банка-склянка. Ты мне нужна? Не, стой. Не-не-не-не-не. Отсюда я, наверное, не долечу как-то. Значит, мне нужно... А как мне нужно? Не коробки же ставить. И где-то молоток должен быть, что самое интересное. То есть ключ остался и молоток. Ключ лежит там. Я помню. Молоток где-то лежит. А, скорее всего, там электричество долбит как раз по этому, по лому. Он, скорее всего, там и находится. А это что значит? А это значит, что мне нужно... Юху! Это значит, что мне нужно сходить домой. А, подожди, у меня что, зонта нет дома, что ли? Так, мне надо зонт найти. Я почему-то думал, что у меня дома есть зонт. Но, видимо, это было в другой вселенной. Так, а где мне взять зонт? Стой. А я ж на самый верх-то не лазил. На самый верх, вверх. Я туда не лазил. А там что-то есть по-любому. Там, наверное, зонт как раз и лежит. Все, давай, Васильич, беги. Давай, сейчас мы на самый верх залезем, там посмотрим. Надеюсь, все. Это что такое было? Запоздалый эффект фантомной боли. Это вот когда, допустим, у человека нету ноги или руки, а у него болит она. Нога, которой нету. Вот здесь, наверное, так же. Фантомный капкан. Так, давай. А здесь ты, да? Только ты бы мне нафиг бы не нужен. Так, еще где-то кусочек торта, значит, есть. Дерево растет. Не, главное, до этого не росло, его поливал, тут расти начало. Ну вот что стоит, да? Отошел ненадолго, дерево все сразу расти начинает. Всякое бывает, всякое случается. Угу. Так, мне, короче, всяко нужен зонтик. Без зонтика я туда никак не попаду. А где мне его взять? Может, здесь еще какие-то эти есть? И торт мне нужен, чтобы взять ружье. Только я не понимаю, нафига мне ружье вообще нужно. Так, здесь я этот брал. Не-не-не, зонт по-любому нужен. Прям гадалки не ходи. И кусочек торта нужен. Тарталеточку хотелось бы. Так, здесь я никак не зайду, не попаду. Так, зонт и торт. И лом. Но лом, скорее всего, там. Потому что там как раз мерцает. Значит, по-любому там и находится. Можно просто Васильевича на первом этаже поискать. Может быть, я найду. А может, не найду. А может, не найду. Я не знаю. Не, ну я не вижу другого варианта, как сюда можно залезть. Вот, видишь, электричество бьет. Не знаю, кому я говорю, видишь? Сам себе говорю. Ну, второй своя личность. Да-да, Лех, вижу. Ну вот, правильно. Подожди, кто это сейчас сказал опять? Что за фигня? Какая-то ерунда явно происходит. Так. Так. Давай, Синич, давай, иди ко мне.
Я пойду тебя сейчас в доме поищу. Да отстань ты. Зонта здесь нет нигде. Картина только. Она нафиг не нужна. Не-не-не, в этой комнате, значит, нифига нет. Нафига мне торт? Еще один торт. Так, давай, давай, зонт, 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 ищем. Ищем зонт, нам нужен зонт. Зонт, лом. Плед, кресло, качалка, там, не знаю, еще что-нибудь. Он с улицы идет. Да нет зонта нигде. Иди молочка возьмешь, попей молока. У тебя молоко вон свежее стоит, попей. Оно зеленое слегка, ну бывает что. В сметану просто превращается. А, смотри. Мне, короче, вот с этого балкончика надо упасть. Вот все, я понял. Короче, нету здесь зонта. Надо, короче, вот так сделать. А магнит мне как раз нужен для того, чтобы взять лом. И отнести его до ванны. Вон оно что. Замечательно. Замечательно, блин. Офигенно, блин. Да ну тебя нафиг, Васильевич. Как я раньше-то не заметил. Перекладинку эту. Так, она вот, вон она. Да. Короче, тупанул, не посмотрел сюда. Давай, 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 аккуратненько, аккуратненько. Лёха, давай. У тебя все получится. Ты всего лишь маленький мальчик, который хочет попасть в подвал. Непонятно зачем. Так, вот он, лом. Отлично, лом есть. Остался красный ключ. Осталась загадка с красным ключом. Не знаю, как она работает, как это действует. И, скорее всего, остался еще один торт, чтобы взять ружье, но не знаю вообще, нужен он, нет. Ну, я посмотрю сейчас внимательно по всем этажам, может быть, найду. Так, ладно. Дерево, лови меня! Я тебя что, зря выращивал, что ли? Даже поймать не может быть. Ах ты, блин, свинья неблагодарная, а. Хотя, как дерево может быть свиньей? Это ведь древесина, а там свинина. Че это, древина, дровина? Так, ладно. Мне, в принципе, как бы... Не горит по колоннам ничего открывать. Можно и побыстрее все это дело сделать. Конечно же. Конечно же можно. Так, так, так. Короче, нужен кусочек торта последний. Который где-то заныкан. И разгадать загадку с кнопкой. Не знаю, как разгадывать. Я что, гадалку, что ли, чтобы разгадывать? Нифига я летаю. Это что, голландец? Где-то затарен. Последний кусочек где-то затарен. Чё? А, вот он, по-моему, лежит. Да, отлично, я его нашел. А, подожди. А зачем я его с собой таскаю? Надо вернуть на базу. Так. Тихо-тихо-тихо, Васильич. Так, Дили здесь. Дили. Дили здесь. Отлично. Ты пропылесосить решил? Правильно. Уборкой тоже надо заниматься. Так, торт. Давай. Отлично. Теперь давай разгадываем загадку с кнопкой. Не знаю. Наверное, вот так это как-то работает. И чё? А куда еще? А, вот, наверное. Да. Не, что-то еще. Какой-то еще предмет. Наверное, вот этот. Нет. Яблоко. Это. 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 Четвертый предмет. Вот он. Нет. Ботинок? Так, яблоко. Это. Вот так. А почему? Как это работает?
Че, еще что-то? В смысле, 5 предметов? Ты не можешь быть 5 предметов. Это дичь какая-то. Подожди. А, вот. Вот так. Так, я, походу, не успеваю пробивать. Так, давайте, тукните. Да, я не успеваю, это надо как-то очень быстро делать. Только как это делать быстро, блин? Да ё-моё, у меня тут первый уже гаснуть. А чё? Я думал, сломался. Нафига так раскидывать-то? О, всё, открылось наконец-то. Так, всё, ружьё мне больше не надо. Я думал, просто кнопку что ещё нажать надо. Я думал, как успевать по времени. Так, всё, отлично. Василич, я иду к тебе в подвал. Готовь соленье, удобрение. Подолжите, приду, будет у нас веселье. Так, все, надо выходить отсюда куда-то. Пам-парам-парам-па-пам. Опа! Бежать! Бежал почти. Чутка не добежал только. Так, а где сосед-то? Василич! Да ну тебя нафиг, короче. Дай пройду. Все, отлично. Куда-то прохожу. Куда-то все-таки прошел. Нифига себе, что это сейчас было-то? Что произошло-то? Куда ты упал прям? Так, ладно, ребят, давайте на этом закончим. С вами, как всегда, был я, Лёха Смертик. Не забываем подписываться на канал, ставить, конечно же, свои лайки и жать на колокольчик, друзья. Совсем скоро мы увидимся, и вы увидите продолжение этой таинственной истории про соседа. И хватит уже долбить, я как спать-то здесь буду. Лёха, ты сейчас уйдёт, а мне здесь спать сидеть. Успокойся, пожалуйста, пожалуйста, успокойся. Всё, ладно, давайте, всем удачи и всем пока, увидимся. Вот как-то вот так вот, ребят. Ну, я думаю, тут осталось там минут на 10-15 прохождения, и все. Давайте, давайте, ребят, скоро-скоро уже прилечу, начну снимать видосики. Давайте. А пока я, наверное... Пока вы смотрите ролик, я, скорее всего, купаюсь где-то в море. Вот так вот. Давайте.